Что такое рефлексия? Ну, вроде бы понятная штука. Рефлексия – это когда вы сознаете сами себя и рефлексируете собственные поступки, собственные реакции, собственное поведение, даже собственные мысли. Это особенность человека глубокого, серьезного. Рефлексировать – это значит осознавать. Но проблема состоит в том, что наше осознание, оно очень избирательно. Мы осознаем в себе то, что нам нравится осознавать, и пытаемся вынести, куда-нибудь спрятать за ширму то, что нам в себе, напротив, не очень нравится. И вот подлинная рефлексия – это как раз умение смотреть в эти закоулки. И вот, когда вы можете это рефлексировать, тогда ваша рефлексия становится инструментом, который позволяет вам существенно улучшать свою жизнь. Потому что только различив, разглядев свои слабые стороны, свои какие-то комплексы, предубеждения и так далее, мы можем их изменить. А меняться к лучшему – это очень важно, потому что наша жизнь – это все-таки отношения с другими людьми и достижения, которые мы совершаем. И для того, чтобы эти отношения были радующими, значимыми по-настоящему, и для того, чтобы ваши свершения, достижения становились, так сказать, нормой жизни, а не просто случайными выигрышами, вот для этого и нужно рефлексировать свое поведение, самих себя.